пошли ебашить трэш. Слева, справа там приведите. Все пачки наверху зальем. Я ебал эти койлы без КД нахуй, ебаные. Это пиздец. Дичь ебаная, блядь. Нихуя нажать не успеваешь. До трэша не успеваешь добежать, блядь. Койл за койлом, блядь. Промах притяжка, я понял, блядь. По лукашному стандарту притяжка вообще не должна промахиваться. Хотя, хуй знает, это все равно заклинание. Где-то там, по идее, же глиф ставится. Глиф. А, это на таунт, на таунт. Там только, да. Ну, у него такой же кап, 17% магии. Тебе и танкование, бегаешь сюда-сюда, как дурачок, блин. Чарарник будет бегать. Чарарник психанул, бабл нажал. О, бидон высох. Пять плюсов на кубы, кто не боится. Так. Ты точно прожмешь некромантика? Так, ну там смотришь на босса, как он каст закончил, так идешь нажимать. Именно в хейме стоял, не в обычке. Так, ну давай. Кружок Вадикон. Ромбик Райвист тогда. Шалфир треугольник и Биг Дэм Луна. Так. Мелко этого добра. А чё мучить жопу и бегать по этим, блядь? Так, а чё тебе надо? Сопрот или чё? На ХП. Если нету, давай сопрот. Сори, я тут это по телефону говорил. Так, ну я всех поставил, да, на метке. Это самое главное, ДЦшник, там будет печать Мактеридона вешаться на тебя, эта хуйня. Ты во время, когда она вешается, в принципе, ты щиты только хуяри, все. Смотри, не кастуй ничего, когда на тебе печать висит. Когда она заканчивается, типа, пол маны проебешь, еще и урон получишь.
Хилы тоже. А, одно забыл. Распределить танков по порядности. И кто на трэше стоит? Равник на трэше. Первый я, второй Хулидринг, третий Хукмастер. Так, это... Пуляйте, дальнего грипну. Опять этот подсолнух. Угу. Ебучий. Да, подсолнух. Песенку напевает. Прикольная песенка. У меня звук один выключен. Точно не в обычке. Чё он так быстро упал? Ну, уешет, смотри, блядь. Ты ДПС видел, блядь, что он так быстро упал? Там, блядь, там по 47, по 47, по 45 тысяч он. Да, я помню, просто в прошлый раз мы еле-еле... Ну, 30 секунд до старта. Растём. Это не быстро. Вот было полторы минуты бы до старта. Печать Мактеридона дебаф на тебя будет. Рарник будет мобов танчить, да? Да. Может, БМ? Да, давай. У тебя печать Мактеридона, ты вообще ничего не кастуешь. Кроме щитков. На последних кастах. Вот она повешалась. Смотри, на ком она висит. На нем была. И щит ДЦшный свой кидай именно в момент, когда этот босс начинает каст. Не до, не после, а именно в момент каста. Сейчас вот Хулидринг сейчас Хукмастер забирает. Поздновато забрал, что-то автоатака что ли прошла. Да нет. Если просто так, то ревность не сработал бы. Прям да, нормально. Из лужи выйди. Кубы. Встаем возле кубов. Вот сейчас каст закончится. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Ой, Хукмастер, забери. Подводи к трэшу. Не, рано, рано ж. Забери обратно, сейчас как откадешься там. Хукмастер. Сейчас еще пачка выйдет. Блять, Войт, заберешь с меня? Да, сейчас там тут кдшится еще после притяжки. Все, подвожу сюда. Фулл АОЕ, давайте. Готовься, Хукмастер, забирать. Все, и в центр можешь его возвращать. Будем переводить ДПС типа боссу фул. Не знаю, что там будет выходить, но порталы сломаются, когда босс переведется. По фарлайнер дайте.
Кубы сейчас будут. Что, уже сел, что ли? Ну, кубы, кубы. 15к. Вот возле кубов есть, стойте. Сейчас есть. Прожимаем кубы. Еще куб, еще куб. Ну прожмите, сука, повис. Ромбик нахуй. Алло, блядь. Все, отпускайте. Переводим босса, там кто выйдет с бесов, потом подводи бесов к звездочке идем. Че, не зыбка есть там. Сначала бесов. Это, идите бесов зауешьте. Захиливайтесь хорошенько. Шалфир, если что, на хп. Вот бесы возле босса стоят, кстати. Уешьте их. Ну все, остался босс. Я сколько заберу. Угу. Ставьте вдвоем тотемы на маны, шаманы, и шалфир читай на маны. Сука, 4 печати подряд, дай похилить. Мне 5 кидало. Пояс на ретрика охуенный. Он тут вообще редко, да, падает? Да почему редко? Так же падает, как и все. Ну, после все равно 100 ТГ надо. Так, Мэтфокс, я, короче, закину этому ДЦшнику. Не против? А, Мэтфокс? Не, ну типа это в обход будет и ПГП. Ну, если хочешь посох, то давай тебе закину. А так, если, ну... Не знаю, будет он играть, не будет. Просто это... У него там обоссанный какой-то 232, без камней, без всего. Давай тогда тебе. Чё, чё-нибудь выбьет другое. Вот пояс, например. А, это ваты. Я без ГП бы взял на ретрика на время, можно? Если никому не надо. 10% жми, 10 ГП будет. А я уже распыл нажал. Это на кого? На фарла?
Угу. Ну, плотно, не плотно. Один человек тоже говорил плотно. Все, вторую неделю нету. Да, который взятый. Но. Так. Одели, отдали весь шмот, да, Леха? Но. Ебал нах. Ема, у меня сейчас Равис, иконка его, там Махтеридон. А, ну это прелесть сервиса. А я отойду, пока лечу, чайку налил. Так что там поаккуратнее, сильно трэш не бейте. Ну за что ты так жестко, Спирит? Ну, ДЦшника и не дает ХПС, есть же еще абсорб. Что там абсорб, он ШПшников не обогнал. С абсорбом? Это с абсорбом. Ну, вот так, этот, так короче, какой у него item level, ты посмотри. У него 236. В залупу во всякую одет, он еще не в чале, ничего. Чисто бомж. А эффективное исцеление типа поглощения тоже считает? Типа щитки. Нет, и поглощение, и эффективное исцеление — это разные вещи. В эффективном исцелении у него щитки — это за хил, который он дает, когда вешается щиток. Ага. Это, короче, знакомый Песа. Патрон его, блядь. Патрон. Отстаньте от человека, вы, блядь. Сейчас обосрете его, скажете, он пуля. ШПшников. У вас ШПшники надетые, блядь, уже. Короче, Песа... Захилило, ладно, чё вы. А, они все вместе пуля, блядь. Песа — это гильза, нахуй. Точнее... У нас ШПшники голые твины. Они все вместе патрон, Фитин. Короче. Песа — это гильза, а... Блядь, у вас такие голые ШПшники твины, блядь. У Дунксу это, короче, пуля, блядь. Он выстреливает, блядь. Как? У Дунксу? Андуксу не из наших. Андуксу не из наших. Со мной кот, ностальгия. Один хуй и я. Вот мы в банда. Скажи, я про Дунксу не знаю ничего, один хуй — это мой пацан, а? Адуксукую. Ебать, китайская, сука. Сука. Адуксуй. Отдохни, ебать. Адунхуй. Адунксуй. Ну хули, у китайцев есть такие словечки. Ксуй, ксуай, хуяй, блядь. Вообще как правильно, блядь. Сейчас нахуй, я в этот забью, как он называется сейчас. Как он, блядь, скажи, транслятор нахуй. О, дух, хуй нахуй. Сейчас, смотри нахуй. Я скажу вам, как эта хуйня читается. Так, фу. Как это переводится? Можно включить микрофон, ну это, через транслитера херанить. Там бот баба говорит же. Сейчас, блядь. Нахуярим, нахуй. Да ебаный в рот, сука. Сейчас, блядь. Так, people, хуипл. Так, о, ду, х, икс, игрек, у. Подожди, как там у него написано, блядь? Сейчас, нахуй. Икс, игрек. А, ну ведь все. О, дух, ксуи. О, дух сю переводит его. Сейчас прочитаем. Что-то не хочет его озвучивать. О, дюк сю. Ой, дюк сю, нахуй. О, дюк сю. Сука. Ой, блядь. Идем трэш пока бить. Да, я громилу, короче, и все остальное.
Там койло, здесь фиры. Опа, че? Там бы жреца заберите, я громилу держу, чтобы он расчаржился сразу стаунтить. Хоть в этот раз локов хватает. Биг Дэм, а Чеча сжалась? Ну, чуть-чуть. Тупо моб пешком подошел к нему, как въебал топором. Только слегка, как сказал бы Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Все правильно, блядь, все правильно. Так, значит... Хрюк, что ты тут танчил? Лока танчил? А, ты этот... Приста танчил, по-моему. Ну да. Я под столом тапок потерял. Так, коня на тьму поменяйте. Знаешь, что хуёво? Дёшево что-то будет, слишком коня на тьму. У нас мишки нету. Угу. А зачем вам мишка? На шамана поставить. Ну, ставьте... А, блядь, мы же все хилим, да. О, Акиса пусть бьет. Или сбивает. Так. Все равно там делать нечего. Будет сбивать, если что, каст. Давай, короче, хулидринг или на... рога. На кроше. Хукмастер на этом... На слепоглазе. Рарник, получается, Киглер и король, и ты на Олме. Угу. Крюк, этот хукмастер, не забывай этот сбивать каст молитвы исцеления. Маленькие касты, обычные хилки не сбивай. Так. Проверка. Сначала танки агро набирают, вы не бьете с пула вообще. Ждем, пока агро наберется. Где там равист? Топа. Пообновляем по 5-7. Бидон, ты где? Бидон там не вылетел? Вроде в Дисе. Бидон пошел пасать или что он там делать пошел? В био, короче. Бидон, блядь, вставай. Еще 200.
О, бидон кубик, нихуя себе, в натуре. Да ну нахуй, нихуя. Ебать. Теперь у тебя тоже он кубик. Он кубик, ебать. Нихуя ты бидон мелкий, нахуй. Сука, я не знаю, ну зайди на стрим. Стой, не двигайся, зайди мне на стрим, блядь. Сука. Бидон, блядь. Ебать, бидон кубик, нахуй. А ну подожди, дай я гляну. Так у тебя нет стрима. Я сейчас включу. Включи. Вот он, бидон кубик, нахуй. Сука. Пиздец, ебать. Бидон, нихуя ты мелкий, нахуй. Как ты с кубика хилишь, блядь? Тебе еще раз проверка. Ну, блядь, ну приз слабый, надо будет как-то это... Я хуй знаю. Ну, в принципе, гимны есть. Ностальгия. Так, все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3... Two, one. Смотрим, кто откроется. Олм открылся. Кьеру, поехали. Ну да. Блять, собак-то нахуй как-то надо забрать, бля, ёбаный в рот. На пульте собак. Эй, блядь, урод ебал этого пидора, блядь. Чё там вас пробивает? Декурсите? Что там? Так-то надо декурсить. Вот три совы, маг, два шамана хила ещё могут декурсить. Я заебался уже. Ещё и хилить кому-то надо так-то. Но. Он же открылся, блин. Забивайте сразу. Идеально. Ну да. Угу. Короля заберешь? Да. Так, а что-то на ману можно сразу, пока нихуя не делаем? Так, а теглер досягаемости взора этого? Вроде прямая линия есть. Там, в принципе, могли, пока нихуя не делали, этой синей джангой короля побить. Он крестик короля, то есть. Красноярск на него повесьте, на крош. Давай, ностальгия. Подунксую этот самый иннер. Там два иннера Мэтфокс Вадикон уже сдали. Равист по шектору, давай иннер. Ностальгия, код дай по этому. Подунксую озарение. Что-то не дает он. Ностальгия вообще в диссе, напишите ему кто-то, чтобы он озарение дал по Адункусу. Сдал массакру. Шалфир на хп давай. Все, слепоглаз. Дохиливаемся на фул. Хурюка на фул держите, там будет пробивать стакаться в нем хуйня. Хукмастера точнее. Сейчас я кину на него каплю. У кого там иннер из вас есть, а ни у кого нету. Бидон, ставь тотем, шалфир гимнаману. Вадикон откатится, дашь по бидону иннер.
Вот этот каст надо сбить. Сбивай. Сбивайте этот каст. Быстрее, это ваншот будет. Кто там следующий откроется? Только не Кеглер. Че, он же что ли? Я понял. Нормально, в принципе, без напряга. А нам повезло. Ага. Так. Вадикон, давай по бидону. Букмастера не проебите. ДКшник, ты же кидаешь, да, дотки на таргеты. Вот Фокс тоже, тоже по бидону закидывай. Равист по шектору дашь. Ты выкинула? Нет, нет, не выкинула. Тебя выкинула? Не-не, пока нет, ну что-то старается. Ага. Игра меня выкинет. Чё? Думаете, крош, да, откроется? Так, у кого там откатилось? У Рависта. Равист, давай по Хэла. Да, забери, потанчи. Кеглер открылся. На треугольник идем бить. Ностальгия также и присту зальешь. Сейчас откадешься, у тебя через 5 секунд ему сразу заливай. Милики, отбегайте получше, чтобы вы не сдохли там. Не спел? А рано? А, или он не диспелится? Не диспелит. Ты врастила, полиморф. Ну ебать. Полиморф можно, по-моему, снять. Забрал уже? Да-да. Выкинул, походу, меня тут. Укмастер. Ага. Сейчас будет дамаг немножко по рейду. Опять Кеглер, добивайте его. Вадикон по фарлу зальешь. Там мой бидон просел. Ладно, давай этот Хэл оставь тотем. Бигдем гимн на ману. Нормально будет. Там добьем потом инерами. Вот Фокс, заливай. А, закидывай. РДшник, если что, я вас в пульсе держу, если вот босса сейчас не бить, потому что по нему ноль урона. Можно проки не поеб, не проебать, потом, когда он откроется, дать нормальный урон по нему. Вот открылся, можете теперь хуярить. По бидону, Мэтфокс, закидывай. Это, разряжение, встаньте там, либо выносите бомбы от людей, либо на РНЖ стойте. Эмана, огонь, дайте подкаст. Людринка, держите на фул. Да, Мастер-Круз дом. Я еще не убивайте зуб. Его, убейте его. А лучше просто, да, убейте. Да, в принципе, успевают. Может, пару секунд дает, он сейчас после следующего фаербола нет, успеет добить, наверное. Все, король остался.
А смотрите, там какая-то хуйня сейчас будет. Фаербол, что ли, сейчас будет. Да, вот фаербол, наверное. Или в овцу превращает, хуй знает. Там вся херня. Так, а кто мне подскажет, если чарку, если пояс ТТГ апа чарка спадает или нет? Нет. Нет. Такая же, да, остается? Заебись. Да. Да, было бы вообще хуёво, если бы чарка спадала, блядь. Мне кажется, сервер бы разъебали, блядь. За такую хуйню. Кто их знает, блять? Да прикинь, какой пиздец творился бы на форуме. Да. Там вот так пиздец творит. Сейчас пока не агрите, сейчас три шмутки раскидаю и потом пробегать будем. Так, запы надо кому-то. Так, капюшон. Обычно на распыл идет, так что отдунксуй тебе это будет. Во, пояс дайте отдунксую. Все, пошли пробегать. Ебать, тот раз мы пробегали без локов, без нихуя нахуй. Бежим такие, вообще похуй, блядь, еще трэш били, блядь. Так, а теперь надо как-то сообразить, чтобы танки руки позакрывали. В принципе, две силовые скиллованные есть. Танку нельзя побить. Ну, рарник побьет шемом. Тут первую, вторую пати считуешь один хуй. Подыхайте быстрее там кому-то это. Не бегайте там, блять, по комнате, блять. Вот все выделись вроде. Они вас будут разъебывать. Все, и ресайте. Так, я пока пати раскидаю. Так, руки позакрывают, получается, чё? Ну, хукмастер, наверное. И холидринг. Вот, с ровистом вас свичнул. Ностальгия, шаришь, как бегать подъебало из-под ебала? В Диссе вообще? А? Не шарю, давно не был в Гере. Так, ну и кого тогда ставить вместо него? Акису, что ли? А теперь Заяц, да, Бидон? Акиса, ты стоял под ебалом? Чуть не помню. Да. Давайте я вместо этого кота. Ну, там какие-то сейвы нажимайте.
Если дохуя стаков будет, там 30-40, там рарник дашь каплю на кису. Чем не в танке? Не, в ретрике. Закрывают руки, значит, хулидрин с хукмастером, вы это уже делали. Остальное закрывают РДДшники. Локи, ШП. ШПшники, давайте, вы будете под ногой закрывать. Сулфир, Биг Дэм, на вас надеюсь. Остальные право, лево, смотрите сзади. Метки ставить не буду, сами все знаете. Первая, вторая пати. Вы под ебалом, получается. Адма, у тебя как, проблем нету с беганием под ебалом? Бить в лицо надо будет. Блять. Да ты все равно озвучиваешь, когда надо за спину забежать. Тебе, короче, все, что надо понимать, это то, что если под ебалом в момент ошеломляющего удара не будет 10 человек, то босс сразу будет кастовать адский удар. А адский удар — это урон 40 тысяч по танку, и на весь рейд огненная дота вешается. Это означает, что это все очень хуево. Поэтому тебе надо находиться под ебалом до тех пор, пока не скажут убегать за спину. Под ебалом в крестике вот здесь. Первая, вторая пати ты должен бить. Похуй там, промахиваешься, не промахиваешься. Просто ты должен стоять под ебалом. Так, рыбу не ставил сейчас. Кто ставлю. Кролика взял в рейд? Вот рыба стоит, ешьте. На дощечке здесь. Один хуй там, у тебя ротация по кругу, первый, второй пати считаешь, и все, и больше ни хуя не делаешь. Я говорю, кто кролика взял в рейд? Какого? Вон на бидона, посмотрите. О-о-о-о! Что с пули? Подъебала первая, вторая пати, не ебланьте, идите сюда, распулили, значит бьем. Блять, как вы заебали? Долбоёбы, блядь, да? Репоты проебали, все проебали. А чё вы и Геру забыли? Что дадим? Ну так давайте быстрее. А чё с боссом, блядь? Сейчас после удара надо будет передвинуть его. Ой-ой-ой-ой. Не очкуйте. Так, печка словилась. Да. Ну да, я не долетел. Одни руки не закрыли. Вот Фокс, резай ее. Дайте на фул один по. Это. Танки, танки. Один из ваших рук у печки. С правой стороны. А вы агро так много набираете, потому что в миле стоите, там коэффициент больше. Все, за спину идите. Первая, вторая пати. Вы бигдему салю дайте. Они не обгонят меня. Что, победы ему дал, салю. Не закрою. Возвращаемся под ебало. Первая, вторая, возвращаемся. А что у нас? Лишняя рага нахуй на боссе, блядь. А, у нас демон есть. Демон, стопай дамаг. Стоишь, просто ебланишь. Бесы, чтоб твои не вызывали. Я, может, его не обжег, когда вот перед этим, перед поворотом. Слышишь, демон? Некромантика или как там у тебя? Стоишь, просто чилишь. Бесов, чтоб не вызывалось у тебя. Не знаю, там... Палкой побей. Закройте руки. Это, убегайте за спину. Убегайте за спину. Готовь зубы по мне, ДЦшник. Давай, за спину, за спину. Все, пизда, нах, ложимся. Там молочные зубы. Демоны обычно Т-10 одевают на этого босса. В центре, в центре.
Да он, блядь, первый раз играет, наверное. Он-то тут. Это маленькие зубы, они типа. Диван кому-то дайте. Фиг защитят. На холидринке диван. Маленькие зубы. Зубы-то они нет. Они убирай спек демона, спекайся в другой какой-то спек. Или ты 4 снимай, или там, что-то одевай другое. Да, пусть помещения. Ты 10 или еще что-нибудь один. Ну, если у него есть. Будет. У тебя есть какая-то хуйня? Блин, фигачите 100 гп, кто пулит так босса. Да, пиздец. Да нам лока был демона для бафа. Шмот лучше перекинь, ты 4 разбей, чтобы у тебя бесики не появлялись. И у тебя все будет замечательно, и у рейда тоже так будет. Так там вроде бы сейчас Т4 бесики появляются только когда ты их призываешь. Один если хуй, вот хуй. Ты... Да закройтесь. Один хуй, ты... У тебя вот есть панельки, где ты хилишь? Ты видишь там вообще такие зелененькие там имена написаны? У тебя есть такая хуйня или что у тебя там? Куда ты смотришь, когда ты щиты кидаешь? Рейд-фреймы есть? Ну так вот. Там ты видишь танка, блядь, по которому урон проходит? Ник его, наверное, видишь. Ну, так, блядь, хули ты такие вопросы задаешь? Зубы по мне. Я Ирелю, я танк, блядь. Запомни эту хуйню. Я Ирелю, и я главный танк. Вот, и зубы надо по мне давать. Только оставляй, ни на кого их не давай, только на меня здесь эти зубы даешь. Запомни эту хуйню, да. Блядь, резайте лока быстрее, ставьте шкаф. Чё так долго, блядь? Остальные вставайте, сейчас вас засумоним. Подбегите меня, ресните, я хоть потыкаю на сумон, блять. А то вы там стоите. Быстрее давайте, ёбаный в рот. Встали, блять, 5 тел реснулись и стоите, блять, нихуя не делайте. Бидон. Ебать, бидон. Тыкайте на сумон сразу. Вон. Шалфира там. Они сами появляются. Нет, их надо прожимать. Такой залупы в принципе не должно быть. Это у нас 60 раги накопилось лишних из-за того, что бесы у Лока сдыхают на адском ударе. Админы уёбки. Меню сделали, блять. Ну они же по идее бесплотными должны быть. Рыбу поставил. Вот куда у меня саппорт делся? У меня саппорт был нахуй. На хп выпил. Я говорю 100%, они там, ну допустим я в демоне когда иду, я даже начинаю кастовать какой-то каст, там ту же стрелу тьмы, они начинают появляться. То есть делают просто Т4 разбивают и все, и проблема решена без их. Не знаю как, но чтобы Т4 не было. Либо спек, либо шмот, если есть. Нет шмот, значит спек. Все. А там шмот какой-нибудь закинь, вон Дживси возьми с банка. Если у него он есть, ты так говоришь, как будто ты знаешь, что он у него есть или нет. Как он сейчас сделал, так и пускай будет. Биг Дэм тут нет? Биг Дэма нет у них. Да, да, я тут. Подожди. Ты в Дестро, давай я в Демона, я сейчас себе шмотки переодену. Ебать. Сколько по тебе залетело, Войт? Я не знаю, ну, не помню. Зачем вы вот это паритесь там, демоны, хуемоны? Здесь не это главное. Главное, чтобы, блядь, босс не делал хуйню какую не надо, чтобы там не сдыхали эти, блядь. Тут все убивается, без демонов, без хуемонов, блядь. 5000 ударило. Тут главное, чтобы хп босса раньше закончилось, чем наше. Хули, столабы танк пробивает. Ну резай ману, хули этот волка. Хп мало. Но хп не хватает ему. Ой, бля, что-то вы пиздец, конечно. Ладно, я под второй эски тебе дам каплю и щиток. Сейчас, секунду. А можно было сразу. Амшоты это сокрушающие, не адские. Адские там особо не дамажит. Four, three, two,
Что-то Гера не видно. Руки, еще один сзади. Кость. Как бы я руки закрыл, Лех. Я же говорю, зону красную, блядь, справа закрывайте. Я понимаю, что ты закрыл, но... А если бы у меня не было прыжка, блядь, и никто бы не закрыл. Мистер Лэнд. Ну что, слабо было встать? Давай, вставалку юзай, Хэлла. Ностальгия и это, ировист по нему иннер дайте. Пролежу. Ностальгия ресы хукмастера. Блять, напишите ему, чё он не ресает, ну, ностальгия, ну давай. Вот, фул баф. Всё, идите за спину. Возвращайтесь. Открыть сова. А чё ностальгия сдох нахуй, вот мне интересно. Пизда, бля, я ебу нахуй. Хуйню какую-то исполняете. После следующего удара, после этого рви стрестишь ностальгию. Ресы. Вставай. Да, блядь, вы что, издеваетесь? Я в ахуе над тобой просто. Мистери, бежал, блядь. И встал. Блядь, ну если я остановился, ну значит, что у меня дебаф, я не могу там встать. Но ты бежал, я тебе сказал, вставай. Два раза. Я, конечно, очень рад вас послушать, но мне вот интересно просто, вы собираетесь убивать этого босса или сейчас можно распускать вас? Руки под боссом. Значит, после следующего удара, Вадикон, побежишь резать Мэтт Фокса. Вот, готовься. После удара бежишь и возвращаешься. Все, иди резай его. Все, возвращайся. По Мэтт Фоксу фулл баф. Так, кого там лучше резнуть? Мэтт Фокс, Биг Дэма ресы, Мэтт Фокс. Мы уходим или что? Да, уходите за спину, первая, вторая. Биг Дэма ресы. Так, каплю вот, надо дать быть. Вот сейчас готовься, давай зубы по Войду. Все, возвращайтесь, подымало. Четыре БР, блядь. Два танка, главное, и вы дохнете, как бичи, руки не закрывайте. Я вообще в ахуе. Слева, слева под боссом. Закройте руки. Пидорасы тупые, блядь. Вы что, совсем ебанутые или что нахуй? Блядь, дебилы, сука. Объясняешь по 10 раз, тут надо закрыть руки, иначе вайп. Вы хуй ложили на руки ДПСите, блядь, уёбки. Пизда, блядь, просто. Бежит. Дай бог мы не добьем сейчас, блядь. Лидринг лежит, я очень рад, нахуй. Значит, Хокмастер и все остальные закрывают руки, блядь. Хилы тоже. Бидон, ставь тотем, шалфир на ману. Я не ебу, нахуй, закрывайте руки, мне похуй. Закрывайте руки, блядь. Люди сдохли из-за того, что вы руки не закрываете. Ну, сейчас я вижу дебаф на Хокмастере. На Эй и на бидоне, блядь. Это значит, все остальные должны сейчас встать и закрывать руки вместо дамага. Руки.
Че, мы убегаем или нет? Да, уходите за спину. Просто рук трое, а танков двое. А кроме танков, что-то я смотрю, не особо бегает. Возвращайтесь. Я не знаю, как еще у вас похуесосить больше, нахуй. Ну лучше ничего не говорите, блядь. Руки слева от босса. Полтинник прожми, фарва. Вон, без дебафа. С дебафом Хукмастер, Бигдем и Фарла. Значит, все остальные, кроме первой и второй пати, идут руки закрывать. Похуй, хилите вы, не хилите, дамажите, не дамажите. Закрыть руки надо. Двое рук сзади. Одни под боссом. Пизда, блять, ясно нахуй. Шалфир, ну говорил же, стой под боссом, закрывай. Да сказали, руки далеко, я побежал к ним, а эти руки не увидел. У меня очко горит с этой хуйни. Блять, почему вам так сложно сделать все правильно из первого раза, блять? О, маунт, отлично. Давай маунт на ролл. Да, на ролл. Че, вам легче от этого станет? Спасибо. Ну, кидайте ролл. Один, нахуй. О, я выиграл. Один равно 101, правда? Ну, пока я только 97 вижу. Идон 95. Ражник 91. Там у меня есть он. Так, кольчуга, тапки. Маунта на печеньку. Я на том КД с пугами ходил, водил рейд, блядь, и они ни одних рук не проебали. Просто, блядь. Не одни. Проблемы были с милишниками, сука, но РДшники не проебали на один круг. Да, мы тоже обычно не проебываем. Да, вы нахуй нихуя не проебываете, блядь. Сколько вы их? 5 штук проебали? Нихуя не проебываете, блядь. От одних я сдох просто, блядь. Пришел сюда подамажить, блядь, хотел на цифру посмотреть для себя, блядь, нахуй. В итоге, блядь, провалялся, нахуй, полбоя мертвым. Меня два раза положили. Хули с дебафом стоял. Так, а мы куда-то еще там идем? За ГМХМ. Сколько я там обычно начисляю? 1200, по-моему. Так. Ну я не знаю, короче, это. Ну, типа, все, кто сейчас есть, это, если хотите, собирайте ГМ-обычку. Я вот только не знаю, кем пойти. Я не знаю, захочу, не захочу. Ну, собирайте сами, вон. Пошли в ВК, блядь, вот этим составом. Типа, убьем быстро ВК и пойдем там, куда хотите, потом идите. В натуре там плачки хорошие. Ну, 20